Выставочный проект «Ткани ХБК» в историко-краеведческом музее открылся к 95-летию муниципалитета. Во многом благодаря мастерам художественной мастерской Щелковского хлопчатобумажного комбината. После закрытия производства работницы предприятия передали музею образцы готовой продукции и кроки. Так называются рисунки, которые печатаются на ткани. На выставке наиболее полно представлено творчество 5 художников. Двое из них, Ирина Волочаева и Татьяна Кононова, присутствовали на открытии экспозиции. Печать времени, она везде есть, так же, как и в ранних кроках, потому что, когда мы их смотрим, история, чувствуем, что это прямо история. В зависимости от технологии переводили уже на вал эти рисунки, нарезка шла, да, на валу. Ирина Волочаева пришла в мастерскую в 1986-м и на протяжении 17 лет была ее главным художником. Выпускаемые в те годы ткани отличались сдержанностью и универсальностью. В коллективе Волочаева работала художник Татьяна Кононова, автор детской коллекции тканей для пошива одежды и постельного белья. На пеленках и распашонках с рисунками Татьяны Николаевны выросло не одно поколение советских и российских детей. Я думаю, все помнят наши фланели, прекрасные фланели, которые вот незабываемые, которые, по которым скучают, наверное, все люди, потому что они были мягкие, хорошие, гипоаллергенные. И они вот как раз были с моими рисунками. Продукцию из детской серии выпускали уже на акционерном обществе «Соловей Текстиль», в которое преобразовался комбинат. Центральное место выставки занимает рисунок Татьяны Кононовой «Ритм». Готовая продукция с абстрактным орнаментом получила престижный знак «Лучшая ткань года 2002». Из нее шили постельное белье, скатерти и салфетки. Было совершенно новое решение, не похожее ни на одно из тканей ивановских и других предприятий. А предприятий было очень много, участвовало много со всей страны. История хлопчатобумажного комбината началась в 1833 году, когда прусский подданный Людвиг Рабинек купил участок земли в излучине Клязьма. К концу века в Щелкове им был создан полный цикл производства тканей. Художественная мастерская появилась здесь в 1942-м, после объединения фабрик в один мощный комбинат. При существовавших технологических ограничениях художники достигали удачных цветовых решений, следовали тенденциям моды. На фоне других работ выделяется мелкий рисунок Генриетты Климовой. В 1980 году страна испытывает эйфорию по Олимпиаде. Щелковский хлопчатобумажный комбинат выпускает в ответ новые ткани с символикой «Москва-80 спорт», и они сразу же становятся популярными. После Олимпиады предприятие проработает 24 года, выпустит большое количество тканей с высокохудожественными рисунками, которые имели популярность у покупателя. Предприятие действительно было градообразующим. Спасибо тем людям, которые сохранили вот эту частичку нашей истории. И сегодня мы в этих орнаментах, в этих рисунках действительно видим знакомые нам мотивы. Это очень ценно. С 2014 года музей держит связь с художниками хлопчатобумажного комбината, пополняет коллекцию рисунков и тканей. На выставке значительная их часть помещена в металлический шкаф с выдвигающимися ящиками. Не забудьте туда заглянуть. Заслуга музея была красиво подать эти рисунки, правильно оформить, чтобы они не мешали друг другу, чтобы они не спорили, чтобы были индивидуальными. Оценить творчество щелковских мастеров и оформление выставки можно будет до 22 ноября. Михаил Налетов, Александр Аржевский, Щелковское телевидение.